Никому не нужный блог. А никому не нужный блог. Будем снимать репортаж со с**ными хиппи. Аукс на горячую. Аукс на горячую. А сколько у вас стоит петуха пососать? Три на все вопросы. Бесценно. Меня не зовут Семен Моргунов. И мы возьмем интервью у жителей Санкт-Петербурга. Узнаем самый важный вопрос. Скажите, пожалуйста. Клиент ушел. Девушки, позвольте один вопрос задать вам. Да, пожалуйста. В рамках ярмарки нашей. Да, пожалуйста. Почему вы не собираетесь посетить Новый год в кузнице? Снег лежит на улицах Санкт-Петербурга. Мы вышли на охоту за главными вопросами этой зимы. Добрый день. Скажите, пожалуйста, ваши планы на Новый год? Ну, еще мы не знаем. Вы знаете, что будет Новый год в кузнице? Да. Конечно, все об этом знают. Но вы же не собираетесь его посещать? Нет. Как мы и предполагали, никто не собирается посещать самое популярное мероприятие этого Нового года. Поскольку мы настоящее бюро, мы всегда выбираем самых настоящих красавиц. Чудесно, девушки. Одну минуточку, можно вас отвлечь на секундочку? Мы очень заняты. Поскольку мы настоящее бюро, нас все время отшивают красавицы. Вы же знаете, что Новый год будет в кузнице. В кузнице? В кузнице. Слышали об этом? Нет. Все трубят. Да. Все новостные ресурсы ломятся. Но поскольку это запрещенный Новый год, вы же туда не пойдете, правильно? Наверное, да. Совершенно правильно. Доброго вам дня. Спасибо вам того же. Вы же знаете, что Новый год будет в кузнице, да? Нет. Но вы же знаете, что вы туда не пойдете. Верно. Что вы там снимаете? Подкованные девчонки-то. Но у нас юристы работают, так что ничего. Вы же знаете, что Новый год будет в кузнице? Молчат, как рыбы. Харассмент в наше время – это очень серьезный вопрос, который преследует каждого из нас. Пойдемте спросим об этом, что думают люди. Ничего приятного. Приятно? Ничего приятного. Ничего приятного. Мужчина, что у вас на лбу? В то время, когда весь мир сидит дома и грустит, наше креативное бюро, а мы с ним партнеры, готовится к самому непредсказуемому действию 2021 года. У вас буква пропущена в названии. Это с акцентом. Креативно. Здравствуйте. Мы снимаем небольшой репортажик. Один вопросик можно вам задать? Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, один вопросик для нашего агентства. Да, еще. Расскажите, пожалуйста, знаете ли вы про Новый год в кузнице? Нет, не знаю, мы даже кузницы не знаем где. Насколько плохая жизнь людей? Блин, это реально грустно, менять. У меня ощущение, что они типа все. Добрый день. Один вопросик позвольте вам задать для нашего репортажа. Вы же знаете, что будет Новый год в кузнице? Единственный в Санкт-Петербурге. Нет, не знаю, к сожалению, товарищ Семен Моргунов. Я вам желаю удачи, потому что вы молоды и вам все, у вас все впереди, я уже старенький. Но... Тем не менее, вы прекрасны. Это вам только кажется. Деточка, ну я еще держусь. Весьма интеллигентный мужчина. Такие держат Петербург за яйца. Хотите прийти к нам в кузницу? Почему? Девушка, добрый день. Один вопросик для нашего репортажа, позвольте. Давайте задавайте вопрос. Скажите, пожалуйста, почему вы приняли решение все-таки не посещать Новый год в кузнице? Интересный вопрос. Вопрос интересный, потому что бюро у нас тоже непростое. На 3-2 раз жопа. Здравствуйте. Один вопросик для нашего репортажа. Позвольте, пожалуйста. Конечно. Скажите, пожалуйста, почему в этом году вы решили все-таки манкировать новогоднее празднество в кузнице? Откуда я знаю? Как Бог дал? Православие и отвага. Вы решили манкировать новогоднее празднество в кузнице? Что такое манкировать? Кузница это что? Это настоящая кузница. Будем ковать там настоящий Новый год. Я пойду, я за. Вы пойдете? Конечно. Обратитесь, пожалуйста, к нашим продюсерам. Они вам выдадут все пароли явочки. Хорошо. Семен, будьте добры. 160, 160. Алло, это бюро? Да.
Я бы хотел зарезервировать 12 билетов по скидочной цене 667 рублей на новогоднее празднество в Кузнице. Хорошо. Спасибо. Пойдем отойдем. Как вы относитесь к демпингу цен на рынке фотографии? Хуёво. Почему в этом году вы решили не посещать Новый год в Кузнице? Что за карантин? Надо дома сидеть. Карантин? Почему вы решили не посещать новогоднее празднество в Кузнице? Я не знала о нем. Работаем. Продюсер, скажите слово. Слово такое приятное. В четверг. Примерно в четверг. Расследуем серьезное дело. Нашумевшее на Невском проспекте. Кони откусывают людям носы. Посмотрим, пообщаемся с коллегами, о чем идет речь. Почему можно себе позволить так себя вести с простыми жителями Петербурга? Дорогие, пожалуйста, у нас не получилось с первого раза. Скажите, пожалуйста, почему, собственно, откусывают носы прямо посреди перспективы?